От медицины до атомной энергетики. Продукция этого предприятия, располагающегося в Комсомольске, востребована всегда. Делают здесь электромагниты разного назначения. Производство, по сути, своей импортозамещающее, конкурирует с зарубежными аналогами. Подобных заводов в России всего три. Заработать токарей и фрезеровщиков во вторник понаблюдал и губернатор Павел Коньков. С 2015 года здесь приступили к замене оборудования. Регион с модернизацией в кризис помогает. Мы, значит, когда приобретали оборудование в лизинг, они нам компенсировали часть первоначального взноса по лизингу. Вот. А сейчас мы за счет собственных средств пытаемся уже сделать предоплату на станок, который придет в декабре. Думаем, что надеемся, что нам помогут очередной раз там с компенсацией части затрат.